Всем привет, друзья, и сегодня мне должна прийти посылка, необычная, друзья, я решил построить машину перемещения в другие измерения. Не как там делают остальные, а в общем телепортироваться в другой мир. Я кого-то слыхал. О, здесь есть кто-нибудь? О, привет, дружище! О, привет! Как делишки? Нормально. Дружище, сколько лет, сколько зим? Ну, 2 года, кажется, тебя здесь не было на моем канале. Меня где-то тоже, где-то 3 года не было меня. Да уж. А ты тоже снимаешь на камеру? Да-да-да. Я тоже снимаю их на камеру. Ну, круто тогда. Значит, пусть она у тебя смотрит на лицо и у меня на лицо. Да, согласен. Я ссылку оставляю на речу. То же самое и на Эндербро. Подписывайтесь, ссылка в описании. Ага, спасибо, и тебе описание. Да. А что, какая, я услышу, какая-то посылка тебе пришла? Так, короче, я решил телепортироваться в другое измерение. Что? А это, я не знаю, короче, что сейчас произойдет, но вот, как вижу, посылка уже пришла. Офигеть. Тогда ты здесь можешь погулять по деревне, а я сейчас тогда быстро просто отстрою свою машинку, и ты пыхнемся не знаю куда. Офигеть, это будет круто. Это точно. А где тут все жители? Все жители, они в ямарку, они в яму куда-то провалились. Ну, короче, они в ярмарку уехали, они кинули меня, да, опять. Я посмотрю, как там. Ладно. Так, друзья, пока что Эндербро там бегает, ходит, я предлагаю построить быстро просто. Ты смотришь мои ролики такие, как Да, я смотрю, я каждый ролик смотрю. А как, нравится? Да, конечно, тебе бомбезно, у тебя там взлет роликов просто летит. О, спасибо, и тебе, я тоже смотрю ролики. Да, мне спасибо. Мне подарок, посмотри. Хочешь? Вау, прикольно, где ты вообще достал это? А, я сам делаю, я в Эндермире живу, вот. Ну ладно, давай, положь там сундук вот куда-нибудь. Ну хорошо, положу в дом тебе. Так, построил, да? Да-да, все, давай, можешь заходить уже. А хочешь, мне тоже один делом подарок? Ну, это очень, конечно, очень... Меня чуть не там... Нет, конечно, там... Ну, что там... Подарок вот. Что это еще за стручок такой? Посмотри, прочитай. Давай. Скинь-ка мне. Я прочитаю. У меня ба... А, вот. Где стручок? Стержень края, да. Прикольно. Она светит тебе, причем очень... Ты можешь как-то рубу сделать или что-то еще. Круто, ну, сейчас-то давай-то пахнем в другое измерение. Надеюсь, мы выживем. Сейчас, минуточку. Я вижу 100%, да. Короче, друзья, смотрите, вот такая, значит, получилась машинка. Мы посмотрели, что же параллельная. Вот, как она выглядит, ребят. Если что, вы можете построить так же, только и шерсти, естественно. Ну, это речи, конечно, очень хорошие. Да. Так, ну что, давай заходи, я сейчас ставлю маяк наверх. Ага. Нажимая на рычаг, и мы тпхаемся. Раз, два, три. О, черт! Отключить. Так. Ура. Мне где оказался свет? Я не знаю, но... Офигеть. Этот маяк исчез, значит, мы телепортировались. Так, ну-ка, открой-ка мне. Проходи. Спасибо. Офигеть. Рец. Мы куда попали? Рец. Это что за измерение? Походу, телепортирование получился минус есть плюс 7. Да. Минус телепортирование. Меня Эндер жмёк, меня пропал, у тебя стержень пропал. Не, все остальное у меня пропа. И Платхорос пропа. Офигеть, ты посмотри, офигеть. Я кого увидел. Там я? Чего? Офигеть. Охренеть, по полностью. Так, ну-ка, дай-ка зайдем. Я уже не говорю о домах, как они выглядят. Так, офигеть. Привет, как тебя звать? Меня зовут Кот Рэч. Кот Рэч? Ты как разговариваешь вообще? Извините, меня было просто смешно. Офигеть. Ты... Это что? Это... Ты как я? Я знаю, я Кот Рэч. Меня смешно, где Кот Рэч. Офигеть. Извини. Вы чё, я вас сейчас долбану. Вы кто? Не круби. Ты знаешь, кто я такой? Не, здесь в этом измерении я не знаю, что происходит. Может, твоя копия тоже существует? Я не знаю. Офигеть. Ну, в будущем, похоже, ты будешь рыбу есть только. В будущем? Да, тут подкрой. Только это... Ты не понимаешь, это... Я машину сделал, чтобы телепортироваться в другое измерение. Мы не в будущем, мы в другом измерении. А. Это вообще за гранью прям. Офигеть. Лазурит? А зачем вам лазурит? Вы чё, лазурит жрёте? Нет, мы не жрём лазурит. Мы им пользуемся. Это как деньги. Я вас не видел, вы какие-то странные. Ну,
Да, да, нет, мы обычные. А, посмотри, пожалуйста, на меня. Офигеть. А ты что за фиолетовая какашка? Меня зовут Эндербро. И лучше меня не бесить. Проваливайте с моего дома. Ну ладно, ладно, уходим, уходим. Да. Посмотр, ударишь меня, я тебя отсюда. Аккуратнее, меня не убей, как бы это же я. Только какой-то котик. Прикольно. Ладно. Так, что у них здесь? Вот. Да мы вообще странные. Да. Олег, ты заметил, связан у тебя пропал, как у меня подход. Да, кстати, ты мне говорил уже, я заметил. Похоже, это телепортина все пропало. Офигеть. Надеюсь, когда мы обратно пахнемся. Кстати, как мы тут пахнемся, маяк же нету. Черт, надо маяк в этом измерении найти. Это есть тут? Я вообще не знаю, должен быть. Это что? Это бассейн? Это бассейн. Вау, прикольно. Ну, а тут земля. Земля? Ай, мяу. Резь, вы половы. А я чуть там не потонул. Там меня рыбы за задницу схватили, что ли? Офигеть, за задницу вас. Что за рыбы такие? Черт, да все, я в этот бассейн больше не пойду. Это прям маньяк. Это точно, я пойду след уже дома. Ладно, я тоже. Я иду. Да, тут как-то он не так. Вау. У тебя круче викать дома, чем тут. Ну это вообще. Ну тут тоже самое. Это что это такое? Так, и загон может? Может, они кого здесь хранят? Похоже, это загон. Да, кстати, похоже так. Это что это такое? О, местные жители. Надо с ними поговорить, только я не знаю, как с ними разговаривать. И стоять. О, я тебя поймал за твои ушки. Ну-ка, отвечай. Вот пробка. Попробуй это поговорить. Иду. Так, дружочек, пирожочек. Можешь ответить, кто ты? Мы мяу-котики. Какие мяу-котики? Вы чего? Ты что несешь вообще? Да, это вы простые жители, ну, конечно, вы в костюме. Носом проклоняй. Эй, ты чё толкаешься? Ну-ка, брешь ему. Сейчас. А то вообще обнаглел. Я тебе сюда. Чё, понял? Побежал от страха. Говорю, раз меня все боятся, кто трахнет тебя. Я убью кого-то. Так, давай тогда по домам походим, посмотрим, надо найти этот маяк. А что с мэром домом? Его крышу снесли. Офигеть. У него крышу снесли. В этом измерении у него нет двухэтажного дома. Да, офигеть. Так. Стоп, они тёс... Мы нашли маяк. Что? Мы нашли маяк. Маяк? Да. Всё, теперь мы домой сможем. Вот, бери один. Ага, я уже взял. Взял тоже. Круто просто. Да, это просто шикарно. Так, стоп, они чё спят вот на полу типа? Офигеть. Офигеть, я это только что сейчас заметил. Так, ладно. Как-то очень странно. Да, это точно. А что за дом? Так, и я пойду похожу по деревне. Я тоже похожу по деревне, конечно. Я буду везде. А что это за дом такое? У них, конечно, крыша снесла. Просто их убрали. А это что за флаги такие? Я не знаю, ну я на флаги, кстати, не обращал внимания. Какой-то крест. Да. Ну и, короче, помешанные какие-то. Это то, сумасшедшие котики мяу. Что фигня такая? Так. Это магазин. Прикольно, здесь я нашел железо и ножницы. Железо, ножницы. Стоп, я знаешь, именно что я нашел? Какой-то странный блок какой-то. Где? Вот. Надо как-то его сломать. Так странно. Подожди. Так, Стой, не ломай. Не ломать? Нет. Сейчас так. Что-то я придумаю. Так. Ха, все, выживаешь в Майнкрафте, параллельной вселенной, прикольно. Да, наверное. Ничто, просто эта дверь снесется в другом зале. Ладно, я железо у них полностью возьму, просто так, потом одолжу, может быть. Так, нужно сейчас скрасить этот. Так, доски, потом. Дай железо, пожалуйста. Железо сейчас скину. 3 железа. Так, да, надержи все. Ну все, друзья, короче, Эндербро выживает. Не будем ему мешать. Все, это как? Так, мне сама вот этот рот. И я лузри, наверное, тоже возьму, друзья. А тут ничего не было. Палки. А тут ничего не было. Все, ничего, стоп, минутку. Ну подвиньтесь. Где ты? Так, я здесь. Уже... Смотри, ничего нету. Обманули. Нас обманули, вот. Вот вы. Твари. Мяу-котики, твари. Они твари просто по полной. Ну ладно, без разницы. Ну, кстати, ну, в этом изменении, кстати, прикольно. Это, да, очень сильно прикольно. Какие-то коты ходят. Странно. Ну, ладно. Эх, ладно, ну, давай возвращаться, что ли. Это надо. Сейчас только поздно на кровать. Ладно. Вот так. Кстати, дерево какое-то другое. У меня вот посередке. Мы бегаем, они видим здесь самого очевидного. Офигеть. Это шерсть только. Офигеть. Да. Ну, ладно. У меня пока что-то зерто лежит. Вот это цветок. Да, было бы круто тогда. Так, ладно, надо попрощаться всем. Пока, мяу-котики, мы... Или как вас там зовут? Всем пока. Я побежал до портала. Все, надо обратно-то пахаться. Это да, давай быстрее. Сейчас. Пытаюсь, я тебя точно не догоню теперь. Так, стоять, я говорил, стоять. Я пытаюсь, давай пока, ты чучник ты. Да, да, пока, Рэч. Будь добрым, пока. Сейчас, маяк. Давай, заходи. Так, не могу, У нас залагали. Это точно. Посмотри меня. Стоп, на тебя. Я тебя не вижу.
Ай, стоп, я тебя вижу. Но ты эндербро. Что? Ты во что меня превратил вообще? Я не знаю, это похож какой-то будущее. Офигеть. Проблема. Мы меняемся, не-не, все. Не-не, на... давай, ой, на... назад. Так, ладно, назад. Друзья, все, давайте прощаться тогда. Всем пока.